Мицеллярку не нашла. Где-то в чемоданах. Доброе утро. Знаешь, мне снилось, что меня этой, как меня учили, розочкой порезали шею. Я увожу порезать шею стеклом именно. И знаете, что Соник пишет? Первый порез на шее может символизировать травму, которую вы испытали в отношениях с партнером, другом или человеком семьи. Представляете, какой Соник умный? Потому что вот я с любимым разошлась из-за вот этой травмы, которую он мне нанес. И вот, пожалуйста. Вкусно. Ну, вам тоже хотелось бы, да? Я едой не делюсь. Я все время рано встаю, поздно ложусь, еще себя красить. Представляю, еще просто... Нет, ладно, еще когда мужчина у меня рядом был. А так как мы вчера расстались, теперь вообще плевать. А я не хочу, не хочу по расчету, а я по любви не хочу. Ой! Ой. А кто нам свет выключил, а? А включишь нам свет, зайчик? Ой, спасибо. Спасибо большое. А у кого такая модная шляпа? Да у кого такая модная шляпа? Где ты ее взял, Кир? Ну, солнце, это ты сам надел. Ух ты, модник какой. Так, сколько я должна? Так, 13 тысяч. У меня там на трубе с мамой в садик идем. Ярунь, посмотри на маму. Ня, где такое любимое солнышко? Ну, посмотри. Яруня, ты там включаешь? А ты знаешь, куда мы едем? Мама едет на первое в ее жизни собрание. Родительское, да? Кирунь, шок-контент. Удобно? Вот так ты танцуешь, ё-моё. Ножки кверху и танцует мальчик. О, 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 о. Хоп, 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 хоп. Ты еще даже музыку не включили, Кирунь. Маме поцарапал десну. Нет, сережки не дам. Нет. Вау. Вау. Здравствуйте. Да. А можно МХОТ оплатить оператору? Можно, конечно. Сколько будет стоить? Так же 300 рублей. А, супер. Я Овсяникова. Да, я уже поняла. Алло. Любка или нализла? Привет, о, красота. Сегодня, как всегда, прекрасно и удивительно. Ну что, начинаем нашу тренировку с разминки на эллипсе на нашем первенстве. Я была только что впервые на родительском собрании. Да, я уже по сторис успела следить, а то мы немножко задержались всего-то на часочек. А еще про ее опарты опять, потому что он сказал деньги в следующем году. А в этом году, ну что ж... А вообще у меня есть, конечно, немного денег на ИП, я их копила, но мне надо больше. У меня сейчас 4 лишних килограмма. 4, но было-то... было 6. Не помню, как я делала. Окей, у нас вес был. Я не помню. Перегнала планку, возможно, по-моему, 58. Не помню. А потом бац. Два, выше, выше, 3. 4 скручиваются. 5. Раз. 2. 3. Я, кстати, знаете, что умею делать? Смотрите. Я могу языком до носа достать. Я тоже. Хорошо, тоже на нос длинный. Ну-ка. Вау. Вау. Это вот это оставить, это Киркорову. Мы с вами не понимаем, что это такое. Давайте покажем быстренько, что мы Филипп пили. Да, солнце. Антрик. Крутяш. Это же та самая сумка. Какая? Самая модная. Самая модная. Это еще одна коробка теперь.
от Hermes. Вот суперский просто Том Фордовский пиджак. Далее. Старый. Кир поехал. Все, ты отдыхать, ладно. Ты к папе? Привет передавай, ладно? Ладно? Давайте тут посмотрим, что у нас. Еще не все. О, Анастасия. Эти все вещи Кира. Одни вам. Киру, да? Спасибо большое, Маргарита. Спасибо огромное. Пожалуйста. Я люблю дарить подарки. А что так мало денег у меня осталось? Что-то непонятно. Ну балованный, ну балованный. Ну любимый, такой любимый. Не отпущу. Нет, не отпущу. Нет, не отпущу. Нет, не отпущу. Нет. Боже, какой он тяжелый. Я не представляю даже насколько. Я решила, что я пойду к Филиппу Бедросовичу на встречу в этом пиджаке. Чтобы он, ну, своих узнавал даже. А, вот и обувь, кстати, которую я искала. С тобой хотела Киру нити гулять. Нет. Тапочки. Так, очки новые. Смотри, Керонь. А? Ой, что ой? Давай тебе наденем очки. А ну-ка. Вау, посмотри в зеркало. Вау. Ой. Оп. Нет, нет, не с этим. Ну, вульгарно. Да, с этим вульгарно. Давай если с Маран. Может быть, более широкий. Да как будто бы штаны забыла дома. Ну, это красиво. Красиво. Но опять хочется... С этой? Да-да-да, с этой. Опять хочется какой-то акцент. Так, давайте бриллианты доставать. А вот эти? Вот эти. Приложим. Клади кэш на стол. Ой, это юбка отвал башки вообще. Красиво. Вообще. И сзади попа очень красивая сразу. Вот так супер. Вообще жесть. Сколько в самолете помад. И вам на ролик валяется, что зря. Все это можно разобрать. Боже, у меня даже это с празднования. Это дождик новогодний. Так, ладно, нашла красный блеск. Сейчас я буду красить губы. Сейчас надо зубы почистить, начать точно. Ой, ну будет обсуждать не то, с кем я сплю, а как я криво помаду накрасила, правда? Блин, как криво. Пошли все вон. Скажу, что они слепые. У меня очень ровно. Пусть изучают геометрию в школе. Все. Да? Я художник, я так вижу. А у тебя красная новая есть? Да хватит уже красной, мне не получилось. Да, в эту коробочку давай сложим новую. Синюю. Боже. Приятно, что есть что туда сложить. Так. Блин, уже еще одна коробка. А дай, пожалуйста, вторую коробку, точно. Нужен. Так, сейчас мы вот это... Что в красной коробке? Вот, все заберем. Серьги оставим. Сейчас покажу, как закрывается. Ключик я ем, глотаю. Если кто-то надумает своровать. А еще слушай, как он звенит. Как шкатулка. Ну давайте, спасибо большое. Спасибо, до свидания. Все, упаковываем наши бриллианты, ключи. Все это упаковываем в сейф. Вау! Вау! Пошло не по плану, на тебе
всегда в кинотеатрах такие поклонники интересные. Я не знаю, откуда они узнают адрес, время, они всегда фотографируются, это забавно. Смотрела Рудову по телевизору каждый день с мамой, когда еще жила в Макеевке. И что? И она только что прямо рядышком со мной шла по дорожке. Так круто! На самом деле я уже большого такого восторга не получаю, но тем не менее, когда мероприятия масштабные, высокого уровня, то приятно. Дорогие друзья, я вас приветствую, очень приятно быть здесь. Сказать слова благодарности. И я надеюсь, вы проведете хороший вечер сегодня и потом хорошие вечера или ночи за просмотром этого сериала. Что это? Это методовая камера? Здравствуйте. А что вы снимаете? Реалити. Реалити чего? Девочка из Макеевки, повторяю, шоу-бизнес. Это кто из Макеевки? Да? Ладно. Я уже наслаждаюсь, потому что не пройти, не проехать. Это не поклонники, ужас. Но это приятно. Это приятный ужас. О, божечки, знать бы, куда идти? По-моему, да. О, какой запах. Ничего было не заметно. Пришлось уйти раньше. Потому что у меня сейчас сложный период в жизни. Мы расстались с молодым человеком. Я терпеть не могу мужчин, которые не уважают себя и при этом находят несчастных жертв. Поэтому я полагаю, что лучше поехать спать и смотреть фильмы про счастье. Ну, я бы посмотрела, но не сегодня. Сегодня я еще расстроена, мы только пару дней как расстались с моим молодым человеком. Я уверена, сериал прекрасен. Вау! Вау!